сушка ореха. Эту штуку вот, бочка внизу, мы называем драконом. Вот сюда закидываешь дрова, и вот он нагревается, бочка, и от нее тепло идет к орехам. Орехи надо все время мешать, чтобы они сильно не зажарились. А то иначе будет жареный орех, а не сушеный. Сейчас он дракона сильно раскочегарили, аж пламя отсюда выходит. Во. Вот в этом месте орехи, во второй половинке орехи потом остывают. Вот половинка, где нагревается, вот половинка, где остывают. Есть сеточка натянута. Вот это вот уже готовый остывший орех. А вот этот древнерусский инструмент — лопаточка. Досталось по наследству от того, кто здесь перерабатывал орех. Вон есть еще швабра такая. Сейчас покажу. Тоже мешать орехи. Вот таким вот образом. Переворачивать их. Все сделано из металлической сетки и деревянная конструкция. Сегодня мы все задробили, всю шишку, которую собрали, и дожариваем последние орехи, досушиваем. По идее, завтра будем выезжать. Чтобы орех долго хранился, для этого его и сушат, чтобы он потом при хранении не заплесневел. Ну и, конечно, Маркулику и Семе привет. Изучайте технологии.